Поэтому, чтобы избежать каких-то кризисов или иметь возможность из них выходить, надо рассмотреть сначала, что вами рулит. То есть обнаружить вот этот образ, обнаружить, какой образ у вас, почувствовать, что рулит вашим близким человеком и, соответственно, какой образ у вас на двоих. Потому что, к сожалению, даже люди, когда хотят меняться, у них вот эта их фоновая предпосылка, она бежит впереди. То есть у человека появляется раздражение уже только от того, что человек зашел в квартиру там, или еще в какое-то помещение, и человек уже чувствует, то есть появилась фоновость. Не учитывать это нельзя. То есть сначала обнаружение, а потом раз отождествление с этим, и есть ключ к свободе. Есть ключ к балансу, потому что вы уже будете не так обусловлены или не обусловлены вообще.